центру уваги изменения в военной доктрине нашей страны. У закладенном новым методологичном подходе вызначены риски выкликов погрозы для нашей страны. Выпрацеванный механизм супрадения – это методы, которые позволят нашей державе заховать мир. Акценты у документе сделаны на такие национальные каштовности, как стабильность и безпека. Военная доктрина получила более адресный характер. То есть в соответствии с источниками военных угроз, изложенных в концепции национальной безопасности, прописаны те страны, которые своими действиями создают военные опасности для Республики Беларусь. Ранее документ был акцентованы на подрыхтовку до обороны, на супрадзеянне погрозе. Теперь закладены подходы, которые позволяют нам не допустить развязки узброенного конфликта. Все механизмы будут напрацаваны и реализованы в ходе практичной реализации положения военной доктрины по обеспечению безопасности и узброенной обороны Республики Беларусь.